В свой профессиональный праздник сотрудники полиции Ленинского городского округа собрались на торжественное открытие аллеи памяти сотрудников УМВД. Мероприятие началось выступление почетных гостей. Создание памятника – это дань памяти и уважения ветеранам органов внутренних дел, которые несли трудную, благородную службу по охране общественного порядка и борьбе с преступностью, посвятили себя служению Отечеству, которые до последней минуты своей жизни стояли на страже закона. Пусть эта аллея памяти, этот обелиск, монумент, пусть будет не просто напоминанием молодому поколению, офицерам, будущим сотрудникам органов внутренних дел, а символом всего личного состава Ленинского городского округа управления, которые сегодня с успехом выполняют оперативные боевые служебные задачи. Инициаторами создания монумента стали члены Совета ветеранов УМВД. Судьбы людей, которым посвящен памятник, стали частью истории нашего муниципалитета. Мы надеемся, что эта аллея памяти это будет очень историческим местом и останется на долгие-долгие нашим потомкам. На памятнике изображены портреты сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, Эдуарда Кадырова и Николая Поручикова. Также на стелу нанесены имена 21 участника Великой Отечественной войны. После минуты молчания гости мероприятия возложили цветы к монументу. После открытия мемориала все переместились в актовый зал УМВД, где сотрудников полиции поздравили с праздником и вручили грамоты и памятные подарки за доблестную службу. Я в наш профессиональный праздник еще раз хочу нас поздравить с ним, пожелать такого крепчайшего здоровья вам, близким, родным. Именно благодаря людям в погонах, посвятившим свою жизнь охране правопорядка и стоящим на страже закона, можно чувствовать себя в безопасности. Наш телеканал присоединяется к поздравлениям. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.